Всем здорово, с вами Найт, и мы продолжаем проходить бесконечное лето 3D. И насколько я понимаю, сейчас у нас будет четвертый день. Давай, просыпайся, Семен. Что там, птицы, что ли, в небе зависли? О, все, проснулись. Так, и куда, и что? О, Ольга Дмитриевна, здрасте. Доброе утро. Бери, пожалуйста, аппаратуру с площади, которую ты принес вчера обратно. Которую ты принес вчера обратно. Здорово, уберу. А после обеда все идем на пляж. И ты тоже. Здорово. Хоть помоюсь. Фантомас, ты рад? Ты рад. Так, сейчас мы тогда идем убирать аппаратуру. Мы, кажется, в прошлой серии там уже оттащили ее куда-то. Но если она там стоит, то можно ее и убрать. Странно, аппаратуры нету. А задание? Задания у нас тоже нету. Так. И где тогда аппаратура? Куда нам идти? Ладно, я сейчас тогда схожу, умоюсь, там попью. Поговорю с некоторыми. Так, у нас тут электронь, с Клави, Мику, там Алиса с Ульяной идет. Так, ну, в принципе, почти все в сборе. Не хватает только Лены и Шурика. А вот где они, я не знаю. Так, пьем. Потому что здесь это жизненно необходимо. Не попьешь, и будет все очень и очень плохо. Откуда был звук? Ладно. А, вон и Лена как раз-таки идет. А Шурик-то где? Где Шурик? Электроник, вы же в одном доме спите, где? А? Отвечай, куда ты сдал Шурика? Молчит засранец. Ладно. Ну, будем считать то, что мы попили, поели. Ну, пока что только попили. Поесть мы сейчас поедим. Что-то я ни с кем поговорить не могу. Ладно. Я очень надеюсь, то, что Семен попил. И все. Так. А. Я немножечко там подуспугался, думал то, что мало ли звук баганул или еще что. Блин. Вот контингент, вот только Дмитриевна. Мне показалось, она немного под углом стоит. Ну что? Что вы скажете на этот раз? Вы тоже молчите. Такое ощущение, как будто Шурик куда-то запрятали. Либо он свалил куда-то. А, все. Мне кажется, я вот как раз-таки в этом дне и должен искать Шурика. То, что он куда-то за деталями, что ли, отправится. Или еще что. Ладно. Так, ну что? Вы будете что говорить? А где Лену потеряли? Чуваки, из вас никто Лену не видел? То Шурика нету, то Лены. Странно. Блин. О, еда. Пофигу на Лену, пофигу на Шурика, самое главное еда. Вот. Так. Тут по-прежнему диалогов как окон нету. Так, и садимся, конечно же, вот сюда. Давай, Семен, ням-ням. Все, ты наелся. Молодец. И убираем. Вот. Вот как быстро Семен ест. Это вполне обычно для бесконечного лета 3D. Так, а на карте там что-то отмечается у нас? Стоянка, сцена, библиотека, бадминтон. Я, кстати, что-то не видел. Я вот волейбол видел, бадминтон нет. Лодочная станция, будка, пляж, буйки. О, остров длинный, остров ближний. А я тут уж что? Фига себе, старый что?
Старый ко. Хорошо, мы к этому старому ко сходим обязательно. Не показалось ли там кто-то вышел из столовки тоже? Семен вообще молодец, он очень быстро ест. Так что разных диалогов как он нет, то задерживаться нам не стоит. Так, Славик, с тобой можно поболтать? Ты куда спешишь? А? Сказали же после обеда на пляж. А сколько сейчас времени в телефоне там показывает? А, 10 часов только. Пока что 10 часов. Значит, все зашибись. Блин, я вот думал то, что немножечко так похожу, поразвеюсь там, да? А пришлось переигрывать вообще всю игру. Вот всю, вот эти вот все 3 дня. Тупо из-за того, что у меня сохранения забаговались, и я не смог ничего сделать. Я очень надеюсь то, что бог с ними, с персонажами, там то, что баги уберут. Я вот на что надеюсь. Ну хорошо, ну тогда до обеда просто ходим, гуляем, веселимся и так далее. Блин, может быть в старый лагерь сходить? Как раз-таки времени, может быть, хватит. Хотя, если это день тот, который я думаю, где вот Шурик как раз-таки искать надо, то мы все равно туда пойдем. Я вот сейчас хочу выбежать на стоянку. Скажет ли что-то Семен, куда свалил этот автобус? Ах ты сволочь, падла, куда ты свалил? Нет, Семен ничего не говорит. А может быть мы смыться отсюда сможем? Или хотя бы к вот этот вот к лэп подойти? Я очень-очень надеюсь, то, что я под текстуру не упаду. Вот, очень сильно надеюсь, потому что в этой игре это возможно. Как говорится, в этой игре возможно все. Все баги на любой вкус. А это что? А, это вот эти вот... Понятно. Понятно теперь более-менее, что это. Ладно, мы особо далеко сейчас отбегать не будем, потому что, ну, в принципе, 11:89, сейчас уже обед будет. Так что время уже как раз-таки пробежка наша закончилась. И бежим обратно в лагерь. Так. Мне интересно, я отсюда вот это вот ту-ту-ту-ту-ту-ту услышу. Давай. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Или все-таки это не так достигается? Странно. Очень странно. Клубы. Я отсюда могу еще что-то взять по типу фонаря. Кассету. Кассету я по-прежнему взять не могу. Очень и очень жаль. Блин, был довольно прикольно. Я вот не знаю, в каком, можно так сказать, руте был хоррор. Вот именно самый настоящий хоррор. Только вместо зомби-апокалипсиса был Ульян-апокалипсис. О! Обед? Я что-то не понял, а меня кормить кто будет? В смысле? Поесть мне дайте. Или типа я был за пределами лагеря и поэтому я не ем. Хорошо, я на вас обиделся. Пришел на обед, обедать не дают. Вообще, блин, уже озверели. Стоп, а где Ольга Дмитриевна? Потому что задания не высвечиваются. Как вы сказали, то, что после обеда на пляж. А, видимо, сюда как раз-таки и идет Славя. Мы как раз идем за ней.
Стоп, а вон там Ольга Дмитриевна, что ли? Либо там камни, либо что-то кто-то лежит. А, да, это Ольга Дмитриевна. А, здрасте, вам все нормально? С вами все хорошо? Ну, как я вижу, что да, все хорошо. Стоп, а Славик куда свалила? Куда свалила Славя? Она же шла в эту сторону. Вместе со мной. Что мне кажется, этот день называется «Растерей всех пионеров». А, вон таки Славя. А? Блин, Славя, ты хотя бы себе колокольчик повесить на шею или еще что? Тебе весело, да? Ой, ой. Хотя там все равно ничего не видно. Вроде бы. Я не понимаю, у нас сейчас анимация плавания действий, или мы просто как бы бежим по дну? Блин, но вода чем-то напоминает воду из GTA 4. Там вот хоть напоминало воду, но было такое ощущение, что не вода, а, ну я не знаю что. Блин, вот... Кар-кар! Чайки тут летают. Разлетались уже. Стоп, а я... Где буйки будут нормально плавать? Я вот не понимаю, зачем на пляж, если все равно никакого диалога не появляется. Типа вот зачем... А! Тоже поплавать пришли? А, я... Я уже, блин, в голосах тут немного запутался. Хоть меня не очень-таки получается их, как бы так сказать, озвучивать, но... Попытка не пытка. Нет, уже ужин скоро, а мы Шурика не можем найти. Вот! Я про что и говорю, то, что Шурик куда-то делал или слинял. И? А что, кроме меня в лагере пионеров нет? Раз я пришла к тебе, значит хочу, чтобы ты мне помог. Ладно. Так, то есть нам сейчас надо где-то поискать Шурика. Пойти поискать Шурика. Блин, почему я вспомнил одну из серий подставной, можно так сказать, программы «Битвы экстрасенсов». И там какая-то бабуля хотела найти чемодан. И она ходила, кричала: «Чемодан, ты где?» Также, наверное, и Шурика надо ходить, кричать. Но это не знаю почему, но мне кажется, то, что его в лагере нету. В лагере его нету. Он где-то вот тут вот, где старый Ко. Так что сейчас мы попьем и пойдем туда. Фонарик у нас есть. У электроника или у Шурика мы его сперли. Сперли, так что мы доблестные пионеры. Идем с фонариком спасать своего товарища. Стоп, а насколько я помню, там можно либо одному пойти, либо со Славей. Может, со Славей там поговорить? Где она? А, вон она. Она по-прежнему там. Славя, пойдешь с нами Шурика искать? Правда, я тут один, но если ты подсоединишься, то это уже будем мы. Нас двое. Если там какой-то бабой, то тебя сожрать могут. Меня не тронут. Видимо, с ней поговорить нельзя. Хорошо. Опа. Так. Насколько я понимаю, мне надо бежать куда-то туда, если верно по карте следовать. Насколько я помню, то в оригинальной игре можно было взять то ли Славе, то ли еще кого-то с собой, чтобы поискать Шурика. Здесь пока такой возможности, видимо, нету. Тут, то есть, своими силами, своим пешкадраном придется идти. Сейчас я посмотрю, может, за нами все-таки кто-то доувязался?
Нет, никого нету. Камушки. Довольно-таки круто. Так. А там было показано что-то вроде тропинки. Где эта тропинка и куда она вообще ведет? О, совы. Или мне показалось? Стоп, а там что? А там, видимо, как раз-таки есть тот старый ко. Видимо, там хотели дописать старый корпус, но карта не вместилась. Да. Блин, как же он заброшенно выглядит. Капитан Очевидность. Мне вот интересно, если Шурик все-таки тут и мои предположения верны, то один вопрос. Что он тут делает? И можно ли отсюда попасть как на железную дорогу, чтобы проверить, крякнемся ли мы от поезда или нет? Так, тут какой-то проход. Тут проход. Странно. Проход открыт, а пойти не могу. Может, посмотрим, что тут на втором этаже? Какой прелестный отсюда вид. Ржавая горочка, ржавые карусельки. Блин, я вот помню то, что во дворе в одном стоял похожая вещь, мы это называли блеватрон. То есть нас там раскручивали очень-очень дико. Но выглядело это немножечко не так. На такой карусели я тоже помню, давным-давно катался. Вот. Блин, ну в принципе, домик этот подделать и все, и будет вообще су... А, это что? Будет вообще супер. Блин, в этой игре что немножечко так подбешивает, так это то, что некоторые предметы нельзя взять. Ну вот, я же вижу то, что ключи тут висят, ну возьми. Возьми, сволочь. Возьми, Семён. Ладно, можем сделать вид, что мы типа взяли. Оба. И все. Пойти поискать Шурика. Я надеюсь, то, что мне типа скрипт не сработал, и мне не придется ли назад бежать, типа с электроником поговорить. Что, ну, где Шурик там? Странно, хоть мне и пишет то, что нужно рассказать, что ничего не нашел. Но подхожу я сейчас к Ольге Дмитриевне и вообще ничего. То есть ни ей ничего не горит. Странно. Может быть там в домике что-то нужно? Может она просто тут забаговалась так же, как тогда там электронка Шурика и нужно в домик подойти? Я вот сейчас как раз попробую. Сейчас как раз уже ночь. Так что... Лагерь уже давно спит. Ольга Дмитриевна там забаговалась. Забаговалась. Так, и... Нажмите кнопку. Круто. Семён, ты просто молодец. А зачем Шурика-то искать? Можешь просто спать лечь, и все. Либо сейчас действительно так нужно было, либо, можно так сказать, немножечко развилочка пошла. Развилка сюжета. Либо Ольга Дмитриевна сейчас разбудится и скажет, ты дебил, иди Шурика ищи. Я вот правда, я не знаю, где он. Единственное, было предположение, это старый корпус, но я туда ходил, и там какие-то еще ключи на втором этаже были. Я их взять не мог. И спуститься вниз я тоже не мог. Так что... Так. Что там? Очень хочется есть. Надо зайти в столовую. Пошли. То есть на Шурика все уже забили, да? Или что? Сейчас я посмотрю. Шурик там он сам по себе вернулся или...
Или... А, ну Шурик, Шурик, все, он сам по себе вернулся. С возвращением. Я вот серьезно не понимаю, либо это так нужно было, чтобы Семен просто наплевал на поиски Шурика и пошел спать. Либо очередной баг, когда нужно было обратиться к Ольге Дмитриевне, но ничего не произошло. Возможно, это баг. Так, Ольге Дмитриевне ничего подойти нельзя. Я почти всю игру на шифте бегу, потому что так более-менее побыстрее. Ой, привет, Семен. Есть планы на сегодня? Нет. Тогда не хочешь с нами прокатиться на лыбке до острова? Зачем? Нам нужно ягод собрать. Там ее много, она такая вкусная. Хорошо. Тогда мы будем ждать тебя у лодки. Хорошо, только я сейчас поем. Дайте мне еду. Еду дайте. Странно. Еды нету. Ай, хорошо, мы тогда идем за Славей и Мику за лодками и плывем на какой-то из этих двух островов. Я вот хотел бы поснимать еще такую рубрику «Бесконечно лето». Так, все, сейчас должны давать есть. Так, извините, у меня планы поменялись, я пошел есть. Вот, тут как раз все уже есть идут, а я первый. Да, опа. Все равно наш Симон говорил то, что очень хочется есть. Так что давай, ням-ням. И тебя там девушки ждут. Так что давай. Относим тарелочку. И все, и идем. Так вот, про эксперименты. В бесконечном лете. Мне бы хотелось поставить эксперименты с поездом. Хотелось бы поставить эксперимент, что вот там будет, если вынести поднос, когда там говорят, за собой убери, Семен. Лодка. Вот лодка, весла уже в ней. А куда именно плыть? Вон туда. Вон туда, остров ближний. Вас понял. Телепорт activated. Нам надо бы разделиться. Так быстрее управимся. Да, наверное. Так. Пресс Е. А нормально, что я не могу ничего собрать? Баги, не надо. Остановитесь. Плюс Е. Ну блин. По идее, нужно взять ведро и в ведро складывать. Я тупой. Я хочу поднять на Е, а на самом деле надо поднимать на правую кнопку мы. На правую кнопку мыши. Давай. Да ты офигел! Давай туда складывай. Вот, все. Ой. Вот. Как раз таки. Так, тут еще дофига. Да? Да. Надо бы ведерко-то с собой тащить, потому что... О, чайки опять летают. Потому что все-таки сподручнее ведерко с собой таскать. Мне бы хотелось бы еще сделать такой эксперимент насчет Шурика. Потому что я помню... Ну, видимо, все. То есть вы все быстрее меня управились? Не верю. Не верю. Вот тут еще. Да, набрали немало. Этого с запасом хватит. Отлично, теперь можно отправляться назад. Не хватит. Я все по дороге сожру. Не хватит. Блин. А там больше все не набирается? Ладно, еще один куш сейчас облапошим и все. И можно уже плыть обратно. Раз. И где тут еще? И все, и последнее.
Хоть они немного дырявые, вот эти вот ягоды, но они... Кажется, у нас ягоды немного улетели. Блин. Теперь тут их фиг найдешь. Ладно, птицы съедят. Хорошо, берем тогда ведерко и пошли. Так, нажмите кнопку Е. Ладно, тогда отнеси ведро, пожалуйста, столовую на стол. Хорошо. Шурика что-то не получилось поискать, так что хоть с ягодами поможем. Блин, а я вот не помню то, что в оригинальной игре был вот примерно такой вот квест с ягодами или нет. Да, конечно, все. Я отнес все. И куда что? Ягоды в столовую. Ну. И куда их тащить-то надо? Я вот. А! Я же забыл, как вот с этой вот с платой там для электроника и Шурика. Я смотрю, урожай вы собрали неплохой, не так? Блин. Здравствуйте, Ольга Дмитриевна. А почему вы сидите на воздухе? Да, я старался. Я только Е на кусты нажимал, да и все. Понятно. Но это еще не все. Ты же знаешь, зачем это ягоды? Не имею ни малейшего понятия. Будем из нее делать торт. А, да, это было и в оригинальной игре. Все, вспомнил. Так вот, у меня для тебя есть ответственное задание. Для торта не хватает еще дрожжей, муки и сахара. Все это надо принести в столовую до ужина. А те, кто торт будут печь, не могут как-то сами. А те, кто торт печь, не могут как-то сами? Конечно, нет, они все заняты. А без дела у нас в лагере слоняешься только ты. Итак, запоминай, дрожжи возьмешь в медпункте. Муку в библиотеке, сахар в здании кружков. Еще, сегодня за место ужин мы все идем в поход. Сбор будет на площади. Оки-доки, все. А медпункт, библиотека, кружки, какой-то из них кружок. И торт. И потом поход. Я тогда уж думал, то сразу же... О, мешок. Давай, потащили мешок. Это ж какой торт-то получается будет, если вот весь мешок израсходовать. Торт не маленький. Так, и куда мешок ставить? А, хорошо, я тогда сейчас это сюда. А, конечно же, у нас задания не подсвечиваются. Ой, здорово. Кстати, а мы хоть пили? Буль-буль. Все, попили. Можно так сказать. И все, и давай сейчас. Там сахар в библиотеке, а дрожжи в кружках. А, не, или это дрожжи я брал. Ладно, сейчас разберемся. Лена, с тобой все в порядке? Ты немного на месте идешь. Ладно, не буду мешать тебе ходьбе на месте. Говорят, это полезен. Блин, какое-то суперское изобретение. Беговая дорожка называется. Только, насколько я помню, беговую дорожку надо подпитывать от чего-то. От розетки. От чего-то. Вот, а... Так. У меня все-таки вопрос, а куда ставить-то? Ладно. Я пока же все тут буду складировать. А Ленина изобретение, оно, блин, просто ты застреваешь в текстуре и идешь вперед. Все. То есть, вот тебе беговая дорожка. Так сказать, почти бесплатная. Так, и в какой из кружков идти? А, вот. Все, вот тут мешок.
Я надеюсь, что мне сейчас там не будут говорить, ты не туда поставил. Семен, ты такой Семен. Ольга Дмитриевна... А, это... Ульяна. Просто издалека не различил. Так. Все, готово. Так, и сейчас нам получается тогда идти на площадь. Где там вот встречаться будем, чтобы в поход пойти. А то, блин, могут поступить очень даже классно, как я... А, вон Ольга Дмитриевна, может быть, к ней сейчас сходить, обратиться. И сказать то, что я все, я мешки отнес. И то, что мне дают мало заданий, я их быстро выполняю и... О! Так, к вам обратиться нельзя. Понятно, я бегу обратно. Так, надо сейчас попить и в столовую. Либо сейчас около столовой все встретимся. А, нет, все из столовой выходят. Так. Давай, буль-буль, пьем. И... Ага, как раз-таки все тут встречаются, а я иду в столовую. Я не дурак. Мне надо сначала поесть. Все. Давай, ням-ням. Все, и давай, Семен. Вот сюда. Все. Теперь можно идти со спокойной совестью к лагерю. Что-то у нас, блин, какая-то серия недобора. То Лены нету, то Шурика нету на линейке. А, вот. Ульяна тут еще подошла. А Лена-то где? Странно. Ну, Ольга Дмитриевна, что скажете? Круто. Постояли, помолчали и идем в поход. Найс. Мне только вот интересно, а в поход куда? Что вы на меня так смотрите? Славе вообще вот ускакала. За 3 земель. И поговорить я не могу ни с кем, да? А, это тень там от лэп идет. Я уже думал, что это за арматурин такие. Так, с Алисой тоже нельзя поговорить. Лена по-прежнему тут стоит. Здорово. Блин, нет бы выходить куда-то вон там через ворота еще одни. Выходим через дырку в заборе. Славя, ты точно уверен, что нам туда? Может, подождем остальных? Ну, как хочешь. Я пока что их подожду. Славя куда-то опять ускакала. Я помню то, что разработчики выкладывали такой скриншот, где то ли сарайчик какой-то деревянный, то ли в лесу какой-то домик маленький. Я вот не знаю, он сейчас тут будет или нет. Или просто идем сюда по... Так, фонарик в помощь, который я у электроника спер вместе с Шуриком. А, вон там остальные идут, да? Да. Славя, куда ты идешь? Вдруг, блин, Славя, это маньяк какой-то сейчас нас заманит и что-то нехорошее делать будет. Конечно, конечно, это, естественно, не так, но кто знает? Нет. Что-то мне не очень-то нравится, как там отстают все остальные. Вроде начинали идти все вместе, так дружно, а
В результате Славе дёру дала такого, что пипец. Ну, Славик, куда идем? Куда идем мы со Славяй? Большой-большой секрет. Я надеюсь, то, что мы сейчас идем и не упадем по текстуры. Потому что от этой игры... Кстати, тут как-то богово... Нам нужно разжечь огонь. Поищи, что можно зажечь. Хорошо. Коряга подойдет. Тут как-то богово работает фонарик. То есть я вот свечу им и почти ни хрена не вижу. То есть если вот в сторону, то я, конечно же, вижу, но... Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Это что сейчас такое был? Что нужно... Что можно зажечь? Я вот тут ищу, бегаю. По идее, тут должны быть палочки, но... Блин, может мне как-то вот так вот бегать, потому что фонарик как-то вообще он не светит. То есть он как-то светит, но то ли богово, то ли как-то странно. Давай. Коряга. Неси корягу. Видимо, корягу сжечь не хочет Семен. Блин, может быть, кто-то еще бы фонарик захватил, а? Потому что мне одному как-то без фонарика... без фонарика как-то... Ладно. Так, с тобой можно поговорить? Нет. С вами? Нет. Корягу тут можно взять и сжечь. Со Славей нет. С Ульяной нет. С ни с кем нет. Здорово. Один вопросик, где что жечь находится? Вот мне просто интересно, где? Я вот видел тут только корягу, и все. Больше я ничего тут не видел. Поэтому... Так, F... И давайте пробуем. Давай, подцепляйся. А. Фига себе. А можно это притащить туда к лагерю? Давай. Хоба. Так, хоба. Давай. Семён, толкай. Раз ты взять ее не можешь, то толкай. Так. И хоба. Я надеюсь, не будет этот коряга в текстурах застревать. Было бы не очень круто. Ой. Будни пионеров. Толкают корягу. По идее, надо было палочки найти, но палочки я не знаю где. Так. Сейчас сюда, в эту сторону. Давай, 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 Семён. Толкай, толкай. Толкай, Семён. Семён, толкай эту корягу. Давай. Так, давай, 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 давай. Ну и в принципе сейчас до костра дотолкать ее, да и все. И в принципе все нормально будет. Так, хоба, 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 давай, давай, давай. Семён, почему ты не хочешь ее нормально взять или и дотолкать? Почему ты через нее перескакиваешь? Не надо. Давай, оп. Потом хоп. Затем. Хоп. Ой, Семён, ты просто немного тормоз. Доталкиваем корягу сюда. Будет самое смешное, если я ее зря толкал.
О! Да будет костер! Ура! Все, подтолкнем там корягу. А можно ли на костре нам сжечься? Шашлык из Семена. Нет, нельзя. С электроником ничего поговорить нельзя. С Ульяной нельзя. Нельзя. Так, и что там еще? Мика. Так. А Ольга Дмитриевна сама где? Чуваки, мне кажется... Зашибись, поход. Просто класс. Давайте, кто последний до лагеря, тот вялая какашка. Просто пришли, корягу дотащили, сожгли, постояли, посмотрели и ушли. В веселье. А где Ольга Дмитриевна, кстати? Она уже что, привела нас в лес, оставила нас и свалила. Охренительно вожатая. Там что, два белых туалета? А, там те ворота. Круто там ворота выглядят. Блин, насколько я помню, я еще на скриншотах видел, или даже не на скриншотах, а то ли стрим был, да, мне кажется, стрим был у разработчиков. И как раз таки там Семен ходил, картошку копал, все дела. Так, сюда? Потому что будет очень смешно, если все пойдут через ворота, я как какой-то полупионер-полудебил буду ломиться через забор. Но, в принципе, все так, как хорошо. Так, там арты по-прежнему те же. Да, там по-прежнему прикольные арты. Арты. И можно спать. Не, ну насчет того, что как Семен забил на Шурик, так... Да и срать с ним пошел я спать. Все. И Семен опять спать укладывается. День шестой. Насчет дня шестого будем уже в следующей серии, потому что разрабы писали то, что он вроде как пустой. То есть там ничего нету. В принципе, можно денек там походить, да и поспать. Все. Потому что, по идее, там должны были мы Шурика идти искать в четвертом дне, но я не знаю, я к Ольге Дмитриевне подходил и так, и там опять загружал там третий день. Опять так дел нифига не происходит. Либо просто я к ней не с правильного ракурса подходил, и она меня как бы не видела. Вот. Так что на этом я думаю то, что будем сейчас уже заканчивать эту серию. Вот. Это что за скоростные пионеры были? А, может быть, Семен, ты захочешь встать? Мы что, уже вечером проснулись? 11:55. Семен, ты дрыхлая скотина. Блин, как раз таки там заставочка таким пионеру. Пук-пук-пук-пук. Ой, сейчас сходим тогда уже в столовую и будем уже заканчивать. А шестой день уже будем допроходить. Ну, точнее, проходить уже в следующей серии. И мне кажется, то, что седьмой день как раз таки до кучи. Если шестой все нормально пройдем. Я не знаю, хоть говорили то, что... А кто торт печь будет? Странно, в столовую почему-то нельзя идти. Ладно. Что у нас там по заданиям? Ничего нету. Мы почему-то там не можем пойти поесть.
Ладно, я думаю, то, что на этом мы уже будем заканчивать. С вами был Надь. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И всем до скорой встречи. Всем пока.